Участники презентации с трепетом листают страницы издания. Книга «Слава и достижения Раменского района» ежегодно открывает новые имена и судьбы. Книга здорово показывает конкретных людей, которые писали славные страницы истории нашего Раменского района. И поэтому важность и значимость этой книги очень трудно переоценить. Понимаете, это не просто книга, созданная каким-то одним автором, который сидел за письменным столом, опирался на данные ему справки и составлял вот эту книгу. Эта книга написана большим соавторством, большим количеством авторов, которые, в общем-то, своими делами, своей жизнью вот создавали эту книгу. Авторскую группу «Книги славы и достижений» возглавляет Ирина Дмитренко. У нас сегодня замечательное событие. Выход «Свет» 7-го тома книги «Слава достижений Раменского района». Суть книги заключается в том, что историю создают сами люди, живущие на Раменской земле, и пишут тоже люди, обычные люди, школьники, учителя, врачи, профессиональные журналисты, и делают это от души. Подробнее о том, как прошла презентация книги «Слава и достижения Раменского района», мы расскажем вам в следующих выпусках программы «Городские вести».